Олег Андреевич, да? Да. Олег Андреевич Мазур, главный тренер команды «Мастерс Сатурн». Во-первых, поздравляем с бронзовыми медалями. Ну и с такой разгромной победой. Ну, что получилось, а что нет сегодня? Конечно, мы ехали сюда, уже знали результаты игр этого тура. Знали, что уже занимаем третье место. Где-то ребят нужно было мотивировать на эту игру, искать эту мотивацию с одной стороны. С другой стороны, понимали, что уже все гарантировано. И сегодня ребят просил ни в коем случае не отнестись к игре как-то расслабленно, а наоборот, уже в ранге бронзовых призеров показать качественный футбол. И мне кажется, сегодня достаточно все неплохо получилось, и тому подтверждение счет. Следующий вопрос. Знаю, что сегодня у «Рубина» всего 12 было человек в заявке. Поменялась ли установка на игру, и отталкивались ли вы от этого сегодня или нет? Мы не знали, что у «Рубина» будет 12 человек. Мы отталкивались больше от тех игр, которые они провели, в какую схему будут играть. Сегодня немножко они нас, скажем так, удивили, но мы были готовы к любым раскладам. Поэтому то, что их было мало на скамейке, наверное, нет. Ну, уже по ходу игры было понятно, что при такой жаре сопернику будет очень непросто. Поэтому задача была, чтобы у нас ходил хорошо мяч и чтобы соперник изматывался. Ну и так и получилось. И последний вопрос. Повлияла ли как-то жара казанская на игру и на состояние футболистов или нет? Да, конечно. Нам пришлось первый раз в этом году при такой температуре играть. Мне кажется, ребята справились. Соперникам было видно, что еще тяжелее было по ходу игры. Поэтому парни справились, и честь и хвала, что в таких условиях они показали очень достойную игру. Спасибо еще раз с победой. Семен Семенов, футболист команды «Сатурн». Еще раз, во-первых, поздравляем с победой. И первый вопрос. Как думаешь, что у вас сегодня получилось, а что не получилось? Спасибо за поздравления. Ну, старались играть на победу. Все-таки знали, что третье место. Пытались действовать через фланги. Думаю, получилось, скорее всего, потому что много было подач, прострелов, слабые зоны у соперника. Все, в принципе. Знаю, что Быковский может выйти в лидеры бомбардирской гонки. Старались ли вы сегодня играть на него, или это так случайно получилось? Ну да, стараемся. Все-таки он сегодня догнал, по-моему, Белохонова. И в следующем матче, ну, постараемся, чтобы он выиграл эту гонку. Все-таки была задача, чтобы он побольше забил. И последний вопрос. Сегодня в Казани все-таки замечательная погода. Успеете ли сегодня и пойдете ли вообще погулять по городу? Не знаю, это от тренера зависит. То есть какие ко мне вопросы? Все, спасибо еще раз с победой.